Под грифом «Секретно» поздняя ночь по пригородной трассе везут одну из самых мощных ракет в мире. Этот момент для военных исторический. В Татищевском ракетном соединении завершают программу перевооружения. Устаревшие ракеты «Ур-100» меняют на современные «Тополи». Подъем стрелы, приступить. На установке, которая загружает ракеты в шахты, красуются 7 звездочек. Каждая отметка – это установленный тополь. 8-ю звезду нарисуют сегодня, после погрузки этого снаряда. За годы, что идет перевооружение, тополя получили 6 полков тактического соединения. А это 6 десятков шахт с бомбами, способными уничтожить любую страну мира. Этот комплекс является одним из самых перспективных, имеет перспективы дальнейшего развития, мощную систему преодоления противоракетной обороны. Способен поражать все цели на территории вероятного противника в любых условиях обстановки. Мощность тополя в 40 раз сильнее, чем у бомбы, сброшенной на Хиросиму. Дальность полета ракеты – 11 тысяч километров. А это значит, что она запросто перемахнет через океан. Мы уже около часа наблюдаем, как ракету грузят в шахту. Процесс-то довольно длительный, продолжается около 8 часов. Потом шахту закроют. И 15 лет «Тополем» простоит на боевом дежурстве. Когда срок годности ракеты истечет, ее заменят на новую, более модернизированную. То, что раньше было запрещено показывать, да, для камеры, сейчас типа разрешено. Но это разрешено с большими ограничениями. Вот, а объяснить именно общественности нашу роль, как ракетчиков, как защитников Родины, это удается только с помощью прессы, потому что любому простому человеку сюда проход запрещен. Показать журналистам, как загружают «Тополем», руководство Министерства обороны решило впервые. Правда, главных героев этого перевооружения мы так и не увидели. Военнослужащих, которые выполняли самую сложную часть работы под землей, нам так и не показали. Впрочем, побывать в том месте, где находилась легендарная красная кнопка, может любой желающий. Параллельно с модернизацией в Татищевском ракетном соединении сократили 2 полка. Заброшенные шахты и командные пункты находятся неподалеку от действующих ракетных точек. Яма. Металлюги все украли. Местным делать нечего, пьют. Приезжают, срезают и все. Екатерина Савина, Игорь Шишилин. Новости. Телеобъектив.